Здравствуйте, меня зовут Олеся Басова, мне 32 года, и я работаю в Доме культуры города Кропоткина. К вокальному искусству я не имею никакого отношения от слова совсем, но с раннего детства я очень люблю выступать на сцене. Еще в детском саду я участвовала в конкурсе «Алло, мы ищем таланты» и «Серебряный микрофон», где занимала призовые места. Сейчас я это делаю для души. Прочитав положение данного конкурса, я задала себе вопрос, артист ли я? И с уверенностью могу сказать, да, я артист, а плохой или хороший решать вам.